В муниципалитетах Амурской области продолжают проводить соревнования по разным видам спорта в рамках 38-й сельской спартакиады. 11 мая в Константиновке выявили лучшие футбольные команды. Участие в состязаниях приняли 4 сборные из Бурейского, Серышевского, Белогорского округов, а также Константиновского района. Сложные погодные условия не помешали командам показать достойные результаты. Погодные условия прям нас подвел сегодня. Холодно, ветер, дождь. Ну и поле у нас немножко. А так, соперникам спасибо. Достойные прям поиграли. И в город Белогорский район, Константиновский район, огромное им спасибо, что приняли нас. Ну, команда прямо сегодня поборолся, мы свою задачу выполнили. Была постановка выйти из группы, мы его выполнили сегодня. По итогам турнира третье место у белогорцев, второе у хозяев соревнований, золото увезла команда из Серышевского округа.